Ну вот топор немножко преобразился, и прежде чем продолжить, хотел бы вам показать мое новое приобретение, а именно ленточная пила Makita LB1200F. Но пока займусь сборкой самого станка, расскажу вам про конкурс отзывов на сайте всеинструмент.ру, где можно выиграть шуруповерт от Makita. Ведь все инструменты — это онлайн-гипермаркет, где можно найти миллион товаров в наличии, еще с быстрой доставкой. Сам не раз заказывал, все прям очень супер. Там можно заказать все для дома, дачи, стройки, ну и ремонта. Но победители будут объявлены 10 октября, и более подробная информация о конкурсе вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Еще при покупке аккумуляторного инструмента Makita можно получить скидку по промокоду, который вы видите на экране, так что делайте скриншот, чтобы не потерять промокод. Ну и давайте рассмотрим ленточную пилу более подробнее и подмечу самые главные ее достоинства. У станка есть удобные направляющие, одна из них может менять угол, и это прям очень радует, что есть такие упоры для углов 45 градусов, 90 градусов. Ну и также можно выставить 34, 35, ну сколько надо, и всего лишь зафиксировать все это дело. Можно выставить высоту пильного полотна, и сделать это очень просто. Есть кнопка включения-выключения, и для быстрого отключения достаточно просто закрыть вот этот защитный фиксатор. И кнопка включения подсветки находится в удобном месте рядом с выключателем. А вот эта разметка позволяет не только выставить нужное расстояние, но еще поможет поменять полотно. Достаточно ее расслабить, выдвинуть, и все, можно вставлять полотно. А вот эти подшипники регулирующие, что позволяет легко зафиксировать каждое полотно. В комплекте их 4 штуки, также одна из них для металла. Достаточно шестигранниками поработать, и все на месте. Ну и, конечно же, есть место для хранения этих шестигранников и вот такого толкателя. Но с помощью натяжителя легко поменять полотно, и можно настроить положение колеса, чтобы само полотно не слетало. Также имеется регулируемая площадка для изменения угла, если это необходимо. Ну и пришло время демонстрации. Начну я с дуба и сделаю сразу несколько заготовок. Длину полотна я здесь не стал регулировать, и первое впечатление станка просто супер. Работает тихо, ничего не вибрирует и пилит достаточно быстро и аккуратно. Заготовки напилил, прошелся на гриндере, теперь их можно будет размельчить. Ну а сейчас попробуем распилить этот пенек. Для этого я поменял полотно, и распиловка идет прям как раскаленный нож по маслу. Рез получается ровным и аккуратным. Ну, в общем, станком я больше чем доволен, и ближе к концу видео я попробую распилить на нем металл, посмотрим, как он справится с этим делом. Ну, а мы переходим к работе с топором. Поехали!
Ну вот топор у нас готов. Вот что было. Ну и здесь полностью в хлам ржавая часть. Ну и вот что стало. После покрытия маслом прямо вообще стало все зачетно. Вот я еще тут одну ложечку покрасил, точнее покрыл маслом. Вот разница какая. И вот еще один кусок пенька чуть-чуть шлифанул и тоже маслом покрыл. Вот что у нас было. Это то, что стало. Кстати, напишите, что можно сделать из таких пеньков еще. Я думаю, может быть, все их обработать, как-нибудь разложить, смолой залить. Вот. Но это пока в мыслях у меня. А сюда буду что-нибудь ставить. Горячее или холодное. Ну а сама ручка топора здесь в нижней части завивается в заднюю сторону. Хотя на самом деле должна быть спереди. Но эксплуатация покажет, удобен ли этот топор или нет. Но я думаю, никаких проблем не возникнет. На этом я видео свое буду заканчивать. И не забывайте про промокод, который я оставлю в описании, закрепленном комментарии. И участвуйте в конкурсе от Все инструмента и Makita. Всем пока!